касаемо вот этих турниров звездной серии Санкт-Петербурга, они всегда привлекают достаточно много народу из-за атмосферы, из-за хорошего состава судейства. И вообще на этих турнирах, я со многими танцорами общаюсь, на этих турнирах танцевать очень приятно. From my experience over the last 3 years, this is one of the nicest competitions in Russia. And so for me, it's always a big pleasure to come, support the dancers, the couples, the organizer, of course. So I'm happy to be here. Свою неповторимую теплую атмосферу. Здесь особая публика Санкт-Петербурга. Организаторы постарались сделать все тепло и уютно. Никто не чувствует себя на паркете неловко. I think obviously because of the people, because of the dancers, because of where we are in the wonderful city of St. Petersburg. Это 9-й фестиваль международный «Звезда Санкт-Петербурга». Впервые он был проведен в 2008 году. Сейчас уже 9-й раз. Увидеть всех тех, кто по-настоящему любит, ценит бальный спортивный танец. Это и профессиональные исполнители, это и танцоры-любители, и, конечно же, про-ам, то есть это пары, которые и профессионалы, и любители. И, конечно же, очень сильно ожидал увидеть тех иностранных гостей, наших судей, наших арбитров, не только иностранных, но и российских, конечно же, очень уважаемых специалистов. Вы увидите, когда будут выходить судьи, это, конечно, экстра класс судейский состав. А значит, они ехали на мероприятие, которое, естественно, является знаковым для Европы и международного. Ну, судейство достаточно сложное. Почему? Потому что состав участников достаточно сильный. И с одной стороны, это хорошо для зрителей внимательно смотреть на пары, но для судей это непростая работа, потому что ребята все молодцы, хорошо танцуют. And I think you can see by the level of couples, the dancing is very good. So it's one of the best competitions. Я думаю, что организатору турнира Андрею Бущику все это удалось. Создана неповторимая атмосфера Санкт-Петербурга. Have to keep working, come back next year and keep dancing. Чувствую, как фестиваль растет, фестиваль развивается. И, конечно же, хочется, чтобы в дальнейшем только набирал силу, потому что Санкт-Петербург – это город, куда хочется приезжать, я надеюсь, и я уверен, что и участникам, и зрителям, и судьям со всего мира, из Европы, из Азии, из Америки интересно приезжать в Санкт-Петербург. Поэтому хочется сказать, приезжайте в Санкт-Петербург и наслаждайтесь. С вами был Андрей Бущик.